Привет, дорогие друзья. В общем, мы вырвались на рыбалку. Сколько у нас это время? Неправильно? Чтобы знать, который час. Время где-то минут. Ну, где-то 6. 6, да. Вот, решили съездить на разведку в Рыбное, на реку Божа. Со спиннингами. Вот, познакомился с человеком. Представься. Меня зовут Федор. Вот. Видим? Такой же спиннингист. Видимся первый раз, кстати. Вот. Он меня увидел случайно. Да, расскажи, как он меня увидел. Ставьте лайк, подписывайтесь. Не, как ты меня нашел? Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну вот, говорит, смотрел видео, наткнулся, и вот так вот списались. Даже, а как вы смотрите, оцениваете видео, комментируете, вот решил познакомиться, лайк, рыбалка вместе, здесь, за счет. Да, поэтому вот этот, ну, YouTube, чем соцсеть, да, полез, там все говорят, там, какие деньги, мы денег не зарабатываем. А, ну, даже вот так для знакомства, да, вот так, ну, новое хобби. Знакомство, общение, это как хобби. Вот так вот раз, вот сейчас вечером, как хорошо, да, выехали. Вот сейчас покажем дорогу, как мы идем на мост Рыбницкий, на реку Вожу. Я здесь был, честно скажу, первый раз. Ой, вернее, был первый раз уже. Я еду сюда первый раз, вот. Сейчас Федор мне покажет места. Он еще знает очень много мест. Вот он мне, кстати, рассказывает, что он на карте просто находит место и едет туда там смотреть, ну, да, какой-либо водоем. Поэтому, может быть, если... Заранее логически оценим, что там есть рыба, да, которую хотим ловить. И едем, и уже живой, заранее собрались и в путь. Будем уже смотреть, так что смотрите, не переключайтесь. Да, кстати, тут в Рыбном сделали веревочный парк, советую сходить. Да, в лесу вообще обалденная штука. А, это типа по деревьям, да, там лазят? Да, 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 вообще обалденно. А много людей ходит, хорошая палатка он такой. Тут прям изумительно. Блин, а кстати, такой же в ЦПКО, что ли, какой-то такой же парк я видел тоже. Вот проезжаем по Боже. Вот она, река Боже. Боже. Есть по-любому, конечно. Тут, ну, мама, тут может плохо видно. Ну, в общем, сейчас приедем на речку, там уже... Какую же? На третьем номере. Где нашел? Вот там, на кусту висел. А, ну так бывает. Я офигел. Точно? А, смотри, браконьеры, они и тут бывали. Проклятые, блин, браконьеры. Не, ну, я вот, кстати, не против таких, кто вот сеть поставил, да, там поймал, убрал ее и свалил, да? Вот, приехал на входную. Они вот, ну да, да. О, нифига. Покажем место. Того надо будет хорошо вдоль кушина. Прикольно, глубоко. Глубоко, да, здесь? Да, не глубоко. И вот, кстати, это так вот не передается, а вода такого цвета, как бы это. Зеленоватая, да. Это нормально. Это такая для нас она. Для рыбы-то она хорошая. Ну что, пойдем располагаться, в общем. Будем уже сейчас действовать по этому. По плану. По плану, да, по схеме. Ты на что будешь начинать? Блин, да надо сначала собрать хотя бы. Не, я нашли, наверное, с воблеров. С воблеров? У меня в основном воблеры, да, всякие. Я, кстати, хочу... Я столько поотрывал этого, блин. Сколько всего поймал? На 2600. Нифига. Великанова, кстати. На 2600? Да, поймал на него. С лодки. Лучше ловить там с лодки. Этот пенопласт, да? Кто фиг узнает. Ну, легкий прям такой. И летит хорошо. Язык маленький. Да, у тебя ящик, конечно, блин. Во, солидный. Настоящий этот, как его говорится-то? Настоящий спиннингист. Ну, а покажи, какой твой самый уловистый. Они все уловистые. Вот этот вот хорошо щук цепляет. Прям изумительно, под твиченко найдет. Недавно купил вот эти вот два. Дорогие? Нет, я стараюсь брать рублей за 500, так вот, за 300. Последний, когда денег нет. Угу. Это где поглубже взял кидать. Рублей за 500, за 300. Ребят, я стараюсь рублей за 50, за 30. Это так у нас для сравнения. О, нифига себе, она как это. Она как карась настоящий воде. Да? Это, наверное, дорогая, да, штука? 350 стоит, 200. Вот эту вот купил за 80 рублей. На нее ни разу не ловил. Я лично. Не кидал ни разу? А батя на нее щук, окуней, жерех на него поймал, головля и судака. Все на вот эту вот. А я ее презирал. Угу. Вот этот вот прикольный, кстати, это. Да, тоже. Она такая видная. Вот как раз пасмурную погоду, наверное, побелее, да, лучше? Да, вот посветлее. Решил половить еще на
волкера, как-то так. Только еще ни разу не ловил толком. Ксадака. Ксадака, блин. Ну, они самые такие вроде. Средняя ценовая категория. Ну, резинки такие приобрел. Да, посмотрел обзоры разные. Сколько лет уже спиннингом занимаешься? С рождения, я с рождения. Мое любимое хобби. Ничего не люблю, только спиннинг. Ну, какой пузатенький. Ну, ребят, самбо 100. Вот, советы вот такие вот вертушки. Прямо сейчас подбросим. Что за фирма? И хрен выгулишь. Ну вот, смотрите, что за фирма сами. Там. Не ведется. Блин, что-то он так не наводит. Короче, чуваки, гадайте. Легкая, серебристая, да. Водка по кувшинкам, обожаю, не зацепляечки. Ни разу ничего не зацепили. И бывает, спасает, когда нет клёва, черный лепесток. Вручает очень сильно. Черный, да? Ну да. Ну, бывает он разный, бывает кислотный. Батёк нашел в деревне вот эти вот две блесны. Чисто случайно их нашел, они прям... Кто-то потерял какой-то рыбачок. Пробовал, да? Да, обалденно. Но мой даже такую не закинет. Маленькую щуку, окушок. Это от Pantone 21, если мне память не изменяет. Эффект типа 3D у них. Ну что, давай приступать. Да. Пока не стемнело. Пару слов, что можно сказать о погоде. Дождик то прекращается, то исчезает. Сейчас буду пробовать вот на такую вот штуковину. Наш друг. Куда-то Федор туда что ли пошел? Ой, ну-ка, заодно камеру посмотреть. Она сама что ли на темноту настраивает? Сначала темно, а потом раз, о, и светлеет. В общем, ладно, не будем терять время. Проходы. А ты что, машину-то не будешь там закрывать? А? О, хоть поснимать раздолье. Что у тебя, как? Я вон тоже на эту пулял. Что-то резиновый меня не вдохновил тут. А? Водоем показать. Это вот все вожжи, да? Она тоже в оку, да, впадает? Да, впадает. Впадает. Я был, где она впадает в оку. Обалденное место. Она маленькая там. Почему, не знаю. Вот там много головля большого. Было. Где-то. На кило, на полтора, так нормально. Сейчас я тоже пыльну. О, цепилась большая. Крупная, не идет. Сука. Фу. Вот что за напасть, а? Прям шла. И пришла. Блин, придется отрывать что еще. А что делать? Все, тут даже ракурсы подергать. Ниоткуда, все в кустах, а вот получается такой вот спуск. Вот он. И все. Ладно, вон плещется. Так поплескивается, ну блин, я зацепил. Ну что, ребят, вам сказать, в общем, порыбачили мы часочек на вожжи. Покидали, я даже, как всегда, в своем стиле умудрился оторвать эту резиновую штуку. Вот, но поклевок у меня не было, но рыба плещется, видно, что рыба есть. Конечно, да, место живое, рыба есть, но пока сегодня все без результатов. Будем пытаться, будем надеяться. Ну, потому что, рыбе. Да, поехали, считай, вечером, ну так вот, чисто как бы... Отдохнуть. Чисто, да, на рыбацкую разведку. А завтра вот у нас так, что в планах
поедем, ты говоришь, там во многие места, да, проедем? Да, мы объездим несколько мест. Это будут пруды, озера и сама, конечно, река. Есть такие знатные места, где есть не только щука, но и окунь, судак, кстати. Он сейчас тоже хорошо берет, отменно. В общем, завтра будем... Основная рыбалка завтра. Сегодня была, был у нас как бы это, ознакомительная рыбалка. Да. Знакомство, да. Знакомство с так рекой. Что напрямую. Все нормально, познакомили. Да. Ну, правда, левый, но ничего. Так что все, теперь ждите новых видео. До скорых встреч, ребят, пока. Счастливо.